Здорово, чатик. Ой, блядь. Ой. Что это такое потрёба? Да опять мало поспал, пиздец. Копался, блять. Я вчера нормально стрим закончил. Ну, где-то в час примерно, да? Ну, там апдейт начали накатывать в поешечку. Ну, я такой офлайн стрим. И, блять, копался в телефоне до 5 утра. Что со мной не так, хули, я не знаю. Да, качество стрима улучшилось. Теперь задержка супер минимальная. Прям как на Твиче. Также чуть-чуть подняли битрейтик. Покрасивше картинка будет. О, не, все, теперь прайс-чеков не будет. Скажем прайс-чеком no. А, ну, бля, анонс группы ВК, да, забыл дать. Да пиздец, сейчас такая процессия, чтобы включить стрим на ютубе, ой, я ебу, блядь. Не, бля, казалось бы, да, Google, но так все тупорыло, пиздец, прям вообще. Абсолютно тупорыло, но не, и нелогично на ютубе. Партнерка ничего не дает на Твиче, пусть забирают. Говорю, я вообще сам хочу подать заявку на то, чтобы ее сняли. Потому что вот эта хуйня, блядь, вводить себя в дополнительные какие-то рамки, тебя за это, ну, типа, никак не поощряют, тебе за это ничего дополнительно не платят. Какой, блядь, смысл вообще? Я лично желаю Твичу скорейшего закрытия, чтобы все вот эти вот основные стримеры поливали нахуй оттуда просто. Потеряли ниндзю, потеряли Шрауда, потеряли Дизреспекта, блядь. Я-то чё, я-то мелкий стример по сравнению с этими гигантами, блядь. Ребят, как стрим? Нормально? Ничего не лагает? Для меня вообще дикость видеть, блядь, в ОБСе битрейт 10 тысяч, зеленый квадрат, ни единого дропа. Для меня это прям вообще дикость. Ну это типа очень круто. А если чё, можно подрубить стрим в 2К. В 2К 18 тысяч битрейта. Ну то есть ощущаете, да, какое качество будет? Но задержка будет 30 секунд. Я же считаю, что минимальная задержка значительно важнее. Потому что я общаюсь с чатом, и для меня важно, чтобы низкая задержка была. Не, YouTube все равно плох для стрима. Почему? Хуёвейший чат. Пиздец хуёвейший. Абсолютно неюзабельный, с дебильными смайлами чат. Прям, блять, какое-то обдрисалово, сука, лютое, а не чат. Описание стрима нормальное, просто отсутствует. Максимум, что ты можешь сделать в описании стрима, это, блядь, гиперссылку оставить. Охуеть, блядь. Браво, нахуй. Просто браво, блядь. Блядь, я бы значительно проще отреагировал на бан на Твиче, если бы меня забанили не во время стрима. Блядь, прям посередине стрима взяли, ебанули. Охуеть, хуиблгеры. Привет, Танюсь. Добро пожаловать на нормальную платформу. Сейчас пофиг смайл тоже. Я прихожу смотреть стримером. Спасибо. Не, сейчас, к сожалению, нормальной платформы для стримов не существует. Везде какие-то проблемы. Везде какие-то свои проблемы. Вот, например, на ютубе очень большие проблемы связаны с технической частью стрима. То есть, вот сам чат, описание стрима. То есть, блять, самая главная проблема — это чат, на самом деле. Он супер ущербный. Блять, ущербнее некуда просто. На Твиче же... Да, там все охуенно, дохуя инструментария, но, блядь, чисто пропаганда, блядь, сами знаете чего. Вот откровенная пропаганда, блядь. Самые тупейшие, наверное, правила сообществ. Вообще, мне, блядь, слов просто нет, чтобы подобрать какой-то, сука, дебилизм. Вот я реально не понимаю, в чем проблема просто делать пиздатый сервис. Вот просто делать пиздатый стриминговый сервис без направления там какой-нибудь ЛГБТ, минус, синус, контангенс, плюс, слэш, квадрат, деленное напополам, Black Lives Matter, ебать, хуетер, чигетер, блядь. Вот зачем? Просто делайте нормальный сервис. Все, все, все. Не, реклама, похуй на рекламу. Ну, в плане, это нормально, что, блядь, реклама есть. Если бы не было рекламы, ты бы, блядь, не смотрел сейчас стрим. Бывает крутая реклама. Вот как вот, например, вот в моем случае это не VHBL. Офигенная, крутейшая рекламная кампания. Бывают не очень рекламные кампании. Ну, мягко сказать, да, там вот какую-нибудь там мобильную штуку. Вот мы скажем штуку, да? Мобильную штуку, блядь, дают поиграть. А, да, на ютубе еще главная проблема с этим ебучим авторским правом. Вот я сейчас, блядь, включу музычку любую, и стрим нахуй... На Твиче можно музыку послушать. Несмотря на то, что там Твич запрещает слушать музыку. Блядь, некоторые правила на Твиче не работают вообще. Это как, блядь, законы в России. Примерно так же. Привет, ну как, телефон Рису нравится? Да, охуенный вообще. Единственное, пока минус, это то, что из-за каплевидного экрана, блядь, или как он правильно называется, ну то, что, блядь, по бокам экран тоже есть. Я постоянно мискликаю, не могу привыкнуть к этой хуйне вообще. И вообще есть функция отключить сенсоры по бокам, чтобы оно, блядь, не работало. Вот, а так в целом пиздатый вообще тельчик. Какие-то проблемы перехода с iOS на Android? Вообще никаких. Я говорю, я вообще охуел, короче. У меня тел, когда попросил синхронизацию, он попросил приложить
положить свой старый телефон, и он за секунды 3 синхронизировался. Ебать, я охуел вообще. Вообще ничего не надо было делать, блядь. Зло, вообще нельзя. Не, нельзя. Не, ну можно non-copyright music поставить. Ну там нужно будет их ватермарку ставить, нахуй. И там треки, ну такое, блядь. Ну такое, лучше реально дефолтную музыку послушать. Может, мало только через 6 дней будет. Писать апелляцию в техническую поддержку Твича, там все обычно вот так происходит. Ага, да, да, ага, пошел нахуй. Все. Размяться, размяться, блядь, немножечко. Ну, кстати, какую-нибудь апелляцию писал там, не? Лёша, нет, конечно. Блять, апелляцию! Блять, чел. У тебя никого из знакомых нет, кто апелляцию писал? Ну, обычно все это так заканчивается. Ага, да, да. Не, пошел нахуй, все. А, ну. Все. Ну, там, конечно же, не прям написано «пошел нахуй». Там более официально. Да не, просто типа там вон... Писку засветило, разбанили там через день. Вы тоже что-то так, такое. Она сделать. Фул скинула админам, блять. А. И все, там, конечно, разбан базара ноль, блять. Бля, ну ты тоже скинь фул. Чего ты не подумал, Монка, блять. Ебать, тебя сразу бы разбанили, по-моему. Ты фармил симулякр? В этой лиге нет еще. Блять, как кайфово, пиздец. Вот хз. Я что же на циклоне в чате? А ты сейчас на DRTX катаешь? Вулкан все-таки нет, а не пошел? Вулкан, вулкан. А на вулкане, да. Ну вот после этого патча Вулкан еще больше убрал микрофризы, но они все еще есть. За жопинским НН, там вижу Сахалинкс на Ютубе, не лагает стрим в отличие от Твича. Расскажи, что происходит в жизни помимо стримов. То ничего не происходит, живем спокойненько, вон, дочка растет, все нормально. А что может происходить из-за ебаного коронавируса этого, блять? Все ждут вакцину, прививку там какую-нибудь. Ну нормальные люди. Кому-то все еще похуй. Вчера доставщик телефон новый приносил. Прям прется, блять, в квартиру нахуй. Я говорю, не заходите, пожалуйста, постойте. Да. Я, кстати, все это интересно, за что в итоге дисреспект этого ебали? Никакой информации-то не появилось до сих пор. Ну, очевидно, что сам где-то как накуролесил и не там, будет говорить. Да нет, там новая новость появилась сегодня буквально, что а, вижу, Twitch собирается, да, подать суд на Twitch, потому что Twitch до сих пор не объяснил причину бана. А деньги-то уходят. Так ебать, там у него столько сабов, типа, да, было. Это кто один из топейших. Я чат настроил, я ничего не настроил. Я ничего не настраивал, потому что нечего, блядь, настраивать. То есть нулевой функционал абсолютно. Здравствуйте, уважаемые подписчики. О, здорово, подписчик. Пожалуйста, Лойсу донаты в описании. Подписчик, привет. Хай-хай, блядь. Как ютуберская жизнь, блядь. Слушай, ну довольно неплохо. Чат уебанский, пиздец, в плане функционала. Но экшель нормально. Так, ну чё будем делать с этим мечиком? Remove non-fizz, defizz, правильно? Да. Чат, give me your power! Пиздец, а что у тебя надо. Там, подожди, что у тебя там? Ну, диктатор ты один, мерз а, ты один. А, у тебя будет флат. Ну, кстати, флат нормально пароль. Чат, чё так мало энергии, блять? Можно побольше, блять, пожалуйста? Сейчас зависит судьба всего ёбаного человечества, блять. Это ютуб, блять. Ютуберы ебаные, нахуй, нажмите там хуйню свою, блять. Алло! Ставь дизлайки и ебашь все в чат, блять. Просто высер, блять, ёбаный. Блять, мне страшно, пиздец, я не могу. Блять. Ну, у тебя потом 50 на 50 есть. Ну, потом 50 на 50. Ну, естественно. Но там 500 на 5 обычно, как всегда. Что? There are no valid mod. Может, он просто пытается мульти тыкать все это. Ну, потыкай просто пару раз, я не знаю, попробуй. Во! Он типа... Блять! Attack damage leeches life. Ну, remove life. Аук спид должен быть... Ну, не аук, а рерол спиды. 20 так спид. Ну смотри сам. Пушка 800 DPS. В принципе, вот. Неплохо. Прямо сейчас она 800 DPS. Максималочка прокнула. О, ну ты хуесос. Ну ебать, я чмо, сука. 861. Тут похоже на правду. Это все. Да, это, там ванов. Ванов, да? Все нахуй. Yep. Так, сейчас это 860 DPS Ятаган. Ну, небольшой апгрейд по сравнению с нашим текущим мечом, то есть на... Там крит мульти дошло, Иван. На 60 DPS выше. Но крит мульти стало значительно больше, еп. Блять, нихуя не поменялось. 1 в 3, let's go. Шанс такой же, как зафракчерить, чел. Ну, значит, сейчас штук 40 въебем, блять.
Не, в смысле, наоборот. Ебать, оно не меняется. 1 в 3. Ебать, там развод на доллары максимальный. Бля, нихуя развод происходит в натуре. Скам. Клин, да я верю, что ты крутишь, блядь. Не, с офклозом просто трейдов 20, блядь, наверное, было. А почему не меняется-то, блядь? В смысле, почему не меняется? Потому что это 1 в 3, чел. Там всего 3 ролла. 20, 21, 22. Сколько? 4 раза ты выиграл 33%. 5 уже. Ну, 5 раз 33%, чё, нормально. Блядь. Ебать, дерьмо ебаное. Я же так же ролил, блядь. Просто не меняется нихуя, и всё. А чё, когда свой первый-то? Ебать, ты лох. Блять, эти бочки, сука, блядские. Я его взорвал, блядь. Но я на улице вообще мемы мучу, это пиздец. Я не знаю, я тебе рассказывал, нет? Я говорю, я начал что делать. Просто доталово идти прям на ебальник людям. Ну, ты понял или нет, я имею в виду? Блять, это... Ебать, звучит красиво, блять. Доталово идти на ебальник людям, блять. Ну, смотри, вот представь, ты по аллее идешь. Ну, да-да-да. Вот, и перед тобой чел. Ну, и надо, типа, либо челу, либо тебе влево-вправо правильно отойти. Но... Я не отхожу, я просто смотрю прямо в ебальник и иду прямо на него, понял? То есть даже если он сменит курс? Нет, ну если сменит курс... То ты ему въебало идёшь! Нет, нет. Просто наступаешь нахуй! Не-не-не, типа наоборот, стратегия как раз-таки, чтобы это другой человек курс сменил, понял? И я говорю, парочку раз, ну, прям, понял, конкретно иногда чела натягивают. То есть они прям специально идут в тебя, понял? В основном все просто только это, раз, отходят заранее там куда-то налево или направо, похуй. Вот был недавно, говорю, чувак, ты понял, бухущий, и он, видимо, специально какие-то проблемы искал или что-то еще. Он прям вот, когда мы уже, понял, сблизились на метров 5, он понял, что я не отхожу. Он вот в метре начал просто, понял, прям с разгона как будто в меня влететь хотел. Ну, я-то не уебок, я просто такой раз плечо отставил просто, и он пролетел просто вперед, размазал его нахуй. Ну это просто бухущий еблан какой-то был. Я типа конфликта-то не ищу, я чисто... Я ищу рофлы! Нет. Поисковик рофлов, блядь. Я так чисто, как эксперименты какие-то. Ну попадаются, да, иногда вот такие, блядь, прям фулл ебан какие-то. С этой точки зрения, конечно, со всей этой хуйней и уверенности прибавилось пиздец. Я могу что угодно делать, блядь, ходить сейчас по улице. Особое и это... Чё хочется, то и делаю. Это не поддельный ламыч. Блять, ты... Блять, я ж прихнулся, нахуй. Бля, на ютубе у людей вообще мозгов, что ли, нет, я нахуй не понимаю. А чем докажешь, что ты не поддельный? Какие скиллы брал на каждом акте? Охуеть. Все очень просто. Тебя убивают, качай хп. Ты не убиваешь, качай урон. Все, блять. На каждом акте, ебать. Нихуя себе. А, у меня есть инфьюзить Немезис. 16 крафтов, ебать. О-о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 -
Не ебать, конечно, куренси. Но я думаю, что Экс за три мапы не упадет один хуй. Не, фармить мапы под секстантами, блять, это, ой, бля, как это приятно. Харбингер, у меня есть вот такие штучки. Опа, сейчас, блять, один инфузит. А, не один, 7, извините, 7, бля. Это сейчас сколько харбингеров будет, блять? Плюс 7, плюс 4. 12 минимум харбингеров. Damn boy! Бать, там шардов как попадало. Пиздец, что происходит, как же их пидорасит, ёбаный рот. Я забанен на Твиче, но бабки за саб пришли. В смысле, как это, блядь?
Пиздец. Спасибо там за поддержку, блядь, вот это вот. Это вот ваше дефолтное вот это. Тут Ubisoft, Wrong Hyper... Блядь, такая парашит, блядь, этот Hyperscape, ёбаный рот. Блядь, меня хватило 10 минут эту хуйню поиграть. Динамика, да, очень жесткая стрельба. Блять, ну омега залупная, это... Я говорю, Ubisoft не умеют нормальные игры делать. Просто хуета выходит. Единственная у них нормальная гомза была, это, блядь, только Радуга. Rainbow Six Siege. А, да, довольно неплохо. Остальное все, блядь, вообще очень плохо. Ооо! Ебать, пиздело какое-то. Чё-то мало осколков, просто пиздец. Я думал, минимум 60 будет. Casual 37, блядь. Чего? Тут такая ёбка была, нахуй, космическая, блядь. Какой 37, нахуй? Да, это новый телефон у меня уже. OnePlus Pro 8 Pro. Охуеть крутое тело, вообще. Прям. 20 Гц, да, оно по дефу работает. 120 Гц в телефоне! Чел, ебать, это супер круто работает вообще. Вмерз нахуй! Насмерть вмерз, блядь! Так, и фасеторы. Ху-ху! Три фасетера 50%. Ебать. Ебать. Мама мия, ешь доль мио, блять, какие сочные помидоры, ой, я ебу, блять. Так, и чё, как выглядит этот танкер? Так так же, киквейт, нахуй. Я думал, он большой, типа на 4 хотя бы будет, а он просто больше вмещает. Так, next грядочка, тут, блять, вот сейчас я впервые буду открывать сразу двух Т4. Мне пизда. Я думаю, мне пизда, вообще без вариантов. Так, а чё тут? Тут криты. Фу-ху-ху-ху, чё-то мне страшно, бля. Чё-то мне страшно, пиздец, но на это надо сделать. А, они оба в стадию просто вошли сразу. От взрывов. Ебать, я их что-то распилил, пиздец. Я реально настолько сильный, блядь. Охуеть, чат. Ебать, я разъебываю в хлам, нахуй, просто. В хламидиоз, я бы даже сказал, блядь. Опа, аугмент крит. Три аугмент крита. Блядь, этой хуйни мало шабрости. Ты чё, блядь, гонишь? Я вскрыл 4 четверки, и эта хуйня не хочет расти. Охуеть, ты чё, блядь, гнида, блядь. Чатик. Хотите, покажу самый настоящий? Ultra scale. Показываю, один раз. One time. О, damn, boy. О, сука, член твердеет. Яйца набухают. Ну это Т2 бургеры, нет, Т1 они либо в грот делаются, либо во Фрайдес. Так, чё? Мультикрафт, правильно? Подтверди, пожалуйста. Бац. Дальше чё? Еще два экза, пожалуйста. Шик, блять. А, мне такое нравится. Киквейт. Киквейт. Как два киквейт? Блять. Киквейт, блять. Лама Черри теперь канал Ютуба. В смысле, мой всегда был мой, блять. Че, дурак, блять. Добро пожаловать в наш мир, теперь ты на Ютуб. И теперь на Андроиде. Так, ты че? А какой твой мир? Это вообще-то мой мир, блять. Да ты в моем мире, нахуй. Добро пожаловать. 4 мишки. Не, не хватит. Это 20 минут. Симулятор лута. Кеквей, блять. Спросил бы я у этого чела, в чего он играет, он бы такой. Тарков.
блять, я... Чат! What's happening? Ебать! Это пиздец. Так, я полутаю, пожалуй, а то там уже какая-то undoable хуйня начинается. Ладно. Бля, я думал, у меня сейчас нахуй комп взорвется нахуй. Пиздец. Это такой мимас, пиздец. Такой начинаешь бить. Резко все нахуй зависает, вылет. Блять, охуенно. Два портала осталось нахуй. А, я их взорвал. Поняли, поняли? Я взорвал мобов и нахуй вылетело. Тут, блядь, комп просто не понял, как это прогрузить, и нахуй вылетел, блядь, это... This is gold, pure gold просто, блядь. Не, я не буду такие фармить больше. Это пиздец, 100 делириус этот. Блядь, не вылетай нахуй, пощады. Ох, чатик, ебать денёчек сегодня пиздатый. Там единственное, что функцию надо найти, с помощью которой бока отключаются. Просто, блядь, я очень часто мискликаю. Я вот так вот так обхватываю телефон и, типа, вот тут пальцами задеваю и вот тут. Ну, блядь, я люблю надежно обхватить чей-нибудь член. Блядь, ой, дикс. Масштабный трабл соединяет, дисрабл улетает. А, понял. Ну и тогда давайте на сегодня закончим, ребят, я предлагаю. Чатик. Спасибо вам за компанию, спасибо вам за поддержку. Осталось уже, получается, 5 дней до конца бана ебаного. Доброй вам ночки, сладеньких снов. Хотел сказать, давайте хостанем кого-нибудь, но получается, никого не хостанем. Пока-пока. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.